И тогда, значит, я написал, что ни кочегары мы, ни плотники. Вы понимаете, я когда вот такие письма, как от Арсена Макартумова, когда такие письма, для меня это праздник, я потом это, хожу, чуть ли не пляшу. Вот. Прав Железов, если техническим языком сказать, дерево – это замкнутая гидравлическая система с контуром циркуляции. Любой срез вызывает падение давления в системе в зависимости от диаметра среза, площади сечения. Весной и летом дерево плачет, зимой будет замерзать. Эх, дорогой Арсен, ну-ка рассказывайте нам. Может, там, где у нас переписка, ниже будет обмен мнениями. Признайтесь, инженер, технарь, а может быть шире. Я сам, зная своего двоюродного брата, зная, что он прекрасный электрик-механик, электромеханик, механик, закончил он сельхозвуз, пусть по специальности это самое, сельхозмашины. Но курсы был общий. Его старше, как этих самых выпускниц Тимирязевки, которые знают только одно, что у дерева опять повторяться. Вот. А они, не зная этого, посчитали его за какого-то... Неудобно называть такие слова, которые они называли. Вот, а то у меня давление будет скакать. Вы представляете, Арсен? Ну хорошо, может быть, вы не инженер, а может, просто умный человек. Потому что вот это не обязательно, это школьная программа. Школьная программа, это не обязательно даже вуз кончать. Вот получил я вот эту фотографию. Фотография уникальна. Если бы она была просто, помните, как крону нарисовали, а потом автор этой книги или статьи берет эту крону, перевернет, перерисует, то есть вот так, как вот так вот сделать. Одна одинаково, да? Я видел английского автора, вот так. Во. Меня видно, нет? Одинаково. И говорит, вот это стрелка, это крона, а вот это вот корни. И вот это есть их уровень. Фамилию трудно запомнить. Хотя я уже давно знаком, он меня постоянно поддерживает. Вот. Ну, пусть для меня Арсен. Я, наверное, старше его, скорее всего, да? Вот. Я нарисовал вот эти стрелки. Но этим-то не понять. Выпуститься в Тимирязевке. Откуда им знать слова? Я над ними почему смеюсь? Потому что для них... Помните, они приучили девушку посоветовать женщину, которая долго не плодоносила груши, уже взрослые груши, отрезать вот таких вот нижние 4 скелетные ветки, а с ними вместе 80% кроны. Это замкнутая гидравлическая система. Да я сам инженер. Я не просто инженер, Арсен. Я гидрометаллург. Я за это получил орден трудовой славы. За гидрометаллургию. И когда вот это прочитал, я бы с вами сейчас бы, наверное, бутылку коньяку бы распил. Причем сам бы купил. Ой, боже мой. В каком мире мы живем? А они, это, знаете, как есть такое выражение, сейчас скажу. Они правят бал. А нам остается одно. Нам остается брать количество. А вот еще пятеро увидят, еще 300 человек, но среди них будет еще пятеро уже других. Вот. Сколько мы продержимся, а, Юрий Владимирович? У тебя проблемы с сердцем, у меня проблемы с сердцем. Сколько продержимся? Вот. Остается что? Пообещать, что мы будем держаться до последнего дня? Так, наверное. Спасибо, Арсен. Падение давления. Это падение не только в системе. Это в моем сердце. Это значит, что благодаря таким, как вы, удается продержаться мне и моему брату. Спасибо, брат. Вот. Господи, чего в Тимирязевке учат? Из этого дерева все больше не могу. Ну, говорят, смех тоже оружие.